Национальной художественной галереи «Хазине» завершается юбилейная выставка народного художника Татарстана Фариды Хасьяновой. Ее творчество ассоциируется в первую очередь с книжной графикой. Не одно поколение детей выросло на книгах татарских народных сказок с яркими, праздничными, словно залитыми солнечным светом, иллюстрациями Фариды Шагимардановны. Буквари и азбуки, словари и книги детских стихов. Всего, как художник-иллюстратор, Фарида Хасьянова оформила более 60 книг. Это некий итог какой-то вот творческой жизни, которая осталась за спиной. Все говорят, посвящена 65-летию, а я думаю, что она посвящена определенной вот части той работы, которую я сделала за эти годы. Мне хотелось отчитаться перед зрителем, перед своими родственниками, перед своими друзьями, перед своими коллегами. Все знают этого удивительного художника, который все свое творчество, талант, удивительная любовь к своему народу, к искусству своего народа, к истории, вложила в свои произведения. Это очень трогательно, волнительно. И вот для этого как раз и создаются вот эти проекты выставочные, для того, чтобы сказать все самое доброе, искреннее. Все, что есть на душе, к этому замечательному человеку, художнику, мастеру, Фариде Хасьянову. Произведения Фариды Шагимардановны всегда присутствует и музыка, и поэзия. И поэтому, наверное, среди ее друзей есть и поэты, и музыканты, и артисты. А может быть и потому у нее в произведениях музыка и поэзия, что она дружит и с поэтами, и с композиторами, и с музыкантами, и так далее, и так далее. Фарида Шагимардановна рассказывает, что с детства ее папа занимался творческим развитием, ее и брата. Садился с книгой и говорил: «Сейчас я вам буду читать, а вы рисуйте». И дети садились друг напротив друга и рисовали все, о чем читал папа. Казанское художественное училище, Казанский дом моделей, Художественный фонд Татарстана, Таткнигоиздат, журнал «Идель». При всем разнообразии пунктов в творческой биографии художника, все же большая часть жизни Фариды Хасьяновой посвящена книжной графике. Иллюстрации к книге «Детство Тукая» были впервые выставлены в 1976 году на республиканской выставке, посвященной 90-летию великого татарского поэта. В 1984 году увидела свет ее первая книга с черно-белыми иллюстрациями «Кто самый сильный?» Абдулай Алиша. За триптих к татарской народной сказке «Акбуре» Фарида Хасьянова была удостоена в 1999 году республиканской премии в области изобразительного искусства имени Баки Урманче. Проработка деталей, а до этого – изучение исторического и этнографического материала, погружение в поэзию или прозу автора, которого предстоит иллюстрировать, поиск вдохновения в простых житейских ситуациях и сказочных историях. Татарские народные сказки – тонкие, поэтичные и в то же время задорные и шутливые. По словам Фариды Шагимардановны, книжная графика – искусство синтетическое. Иллюстрация – это не работа с натурой. Поэтому, когда художница пишет этюды, натюрморты или пейзажи, она работает с натурой, чтобы быть в той форме, которая необходима художнику-иллюстратору.